Он перестану подписывать, когда ты дамажить нахуй начнешь. Ой-ой-ой, блядь, научись хилить. Так я не хил. Так то не похуй. А ты дамагер вроде, блядь, а как бы и вроде и хуй просышь. Ну, вроде хуй просышь, но не дамагер. Нурик пришел? Все, все готово. Давайте. А канавт отсутствует. Проверку сделала, а ты вдруг... У меня нету еды. Евгений, вы тут? Так он же только что разговаривал. Я знаю. Почему вообще у меня лидер, блядь? Ну, так он же вылетал. А, вылетал, да. Чё там, кстати, насчет этих улучшалок? Ну, гоу, гоу! Не, с первой уже улучшалки время кончилось, но вот сейчас спрашивали, а ты вылетел. А, ну, ты... А чё вам улучшать тут предметов на улучшение, даже нормально не упало? На будущее. А, ну реально, блядь. Так вот, ладно. Хуя. Это так не работает. Ты думал, мы забыли? Всё, просто так, что ли? Ты ебать, сближайтесь, нахуй. Сближайтесь прям в центр. Ебанусь. В конце это по 25к будет наносить, на похуй. Выползли, черти. Кто выйдет? На минизу. Разбить на меня, знаю. На войда, походу. Все, отойдите чуть-чуть. Курюк, отойдите, вдруг. Блять, отойдите. Сейчас от надо минизу будет отвезти босса. Что там, лужи? Только недалеко. Ага, он не хочет. А, вон потихоньку. Все, айсбаун прожимайте и башьте, босс. Сверки слейте, да? На мне прав... Так, отбегаю. Ебать, прожимайся. Босса, боссас. Еще поотвожу. Вот, на следующее что? Дыхание просто гим на хп дадите. Область смысл, смотрите. Отойдите, отойдите. Сейчас из луж выйти. Вот скоро дыхание. А, больше. Погружение. А что делать? Погружение во мрак. Заходите внутрь в эти сферы, быстрее. Все. Как? Я же зашел в нее. А что я, это было? Ну, я выжил, я зашел, я выжил. Я зашла, причем еще и под баблом. И мне на 259 тысяч залетело. Я тоже зашел. Ну, заходите внутрь этой хуйни. Я зашел, я выжил. Так я зашла. Я и зашел, я выжил. И залетело. Это еще и сквозь бабл прилетело. Наверное... Наверное, те сферы, когда в них заходишь, дают какой-то баф, который это меняет баф, который вот этот вот дает большой каст. А если ты под баблом... Окей, тогда как умер Керус? Он, наверное... Керуса нет бабла. Он, наверное, не зашел в центр. Я зашел. Я сдох. Значит, ты сдох не от этого. Посмотрим, от чего сдох. Может, по двоим нельзя заходить? Только со мной кто-то еще там. Нет, 199 тысяч. Да, вон по одному. Потому что со мной кто-то еще зашел, и я сдох. А он, ну кто вот со мной зашел, нет. Ну, прям полностью весь ваш фрейм должен быть внутри сферы. Ну я внутри был. Ну а у тебя, Вероника, у тебя вот эта хуйня, бабл не спасает от этой хуйни. Да, бабл не спасает. Но там написано, игнорирует эффекты сопротивления и уязвимости. Да. То там, есть, видимо, по одному. В бублике по одному. Я зашел, выжил. А по одному, короче, это надо... Возможно, вас еще область тьмы убила. Посмотрите, вас область тьмы убила или погружение. Чтоб проще было, надо, знаешь, как сделать? Я ваншотом. Надо, короче, первые метки вынести налево, вторые 5 меток вынести направо. И первой пати
бежать в звезду, а второй пати бежать в кружок. Ну, как хотите, типа, 5 человек. И забегать по одному в бублики в эти. Кинь информацию о смерти, Кирус. Если ты здесь. Не отключено. Там 200 тысяч, блядь. Арканат. Понятно, про что я сказал? Метки, вот которые 1, 2, 3 над головой у вас были, вот эти вот. Первые, допустим, 5 в звезду, вторые 5 в кружок. И первая пати в звезду идет по одному человеку в бублик, вторая пати в кружок по одному человеку в бублик. У вас, скорее всего, просто область мы убили, поэтому босса не надо отводить далеко. Там не область, их там область. Погружение убило всех. Ну ладно, гоу. Сейчас проверим еще. ПС-ка кидайся на кого-нибудь. На Женю мы уже нагрели там. Не беги, оставайся там пока что. Фонкич, ты зачем только что прыгнул в центр? Наоборот, ее избегать надо, что он меня эта хуйня не убила бы. Нет. Вначале не убивает, потом убивает. Ворота. Руки вышли. Да. На РДД. Ты выйдешь позже, я стою. Да, разлей там где-то. Все, Гера, припоты выпили. Так, когда не запускаешь? Да. Пока не дают. Все, первые метки сейчас выйдут. Их на левую и право. Да, там сверки. Ты можешь отводить от сверок по чуть-чуть, но лучше не двигаться. Вышли милики, очень больно будет. Похил. Короче, дал незыбку нахуй. Да, да, да. Давайте больше в босс играем. Вот. Похуй на сферы. Зеленку прожимайте. Первая пати, будем вот в этих четырех прятаться. Я вот здесь, короче, я возле отведи, этой встал. Отведи, отведи наоборот. На правого. Он не ходит. Вот сюда почему-то ты принес. Я буду в эту прятаться, блядь. Я в эту у стены. На, нахуй. Ай, блядь. Это, а это... он уже кастовал, что ли? Я проебал. Он кастовал, а мы заслакали. Я проебал что-то. Ничего страшного, похуй. В принципе, убивается. Короче, я не знаю, нахуй. Вот он сколько их? 4 в первый раз кидает? И второй раз тоже 4 или как? Что-то нет, он по 3 метки кидает. 4 же было, блядь. Первый раз вынесли 4 было. 4 было, реально. Рик, левой стороны уже 4 было. Блядь, ну вы смотрите, что происходит на экране. Вот зачем ты, кто это понес метку в стену, блядь, ну. Короче, первый раз кидается в звезду, выносите, а потом становитесь ближе к кружку и кружку выносите, чтобы вторая пати там скидывала. Ну, далеко нет. Точнее, на погружение. А что получается, подожди, блядь, если, если, допустим, он 4 кидает, 4 первый, 4 второй раз, то это всего 8. 8 человек засейвится, а 2 помрут, что ли? Да, это нам надо в одну встать, там похуй, в центр становитесь и все. Так вон писали же, что нельзя в одну нахуй вставать. Кто сказал? Ну, в рейд-чате. Ну ладно, хуй с ним. Сейчас тогда все в одну встанем, посмотрим, что будет. Есть починка? То желтый уже. Короче, сейчас затестим и будет понятно уже, можно или не можно. Что там у кого-то сын жив, хотя его поставили. Чинитесь. Я погодь, МПД рисую. Да, окей. А вот это ты зря. Не, нормально. На 100 голды. Чинил, что ли? А за счет ГБ-то чинитесь. А, уже нельзя, блядь. Почему?
Потому что я один раз починился на 30 голды, и все, ебать. Все, что? Блять. Я за свою голду нахуй что-нибудь. Жадин, говядин. Никому не вопрос. Тебе, тебе. Здрасте всем. Алло. Вы там что, где? Тюрьма. Что ж ты проспал? Извините. Смотрите сверки на комнате. А, сверка. На там. Мне. Перед порталом. На... Или зона. Опять на РДД. Не, на РДД. А? Самого дальнего, по-моему. Да. На как раз сверка. Разольешь-то. А, вон еще куда-то пошли. Блять. Ну сельте, ты жалобу. Вот как не стоять в этой улице? Все, на похуй, похуй. Гера, репорты выпили. Масса кру, давай верни. Две с первыми в зоне. Айсбаунд, 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 срочно. Быстрее прохил. Сейчас проклятие. Скоро, скоро погружение будет. Сейчас проклятие и погружение. Область мы. Проклятие. Готовь. Погружение во мрак. Встали, встали, встали внутрь, внутрь, встали быстро. Я встал внутрь. Все, блядь, нормально. Выходите из нее теперь, алло. Я не прохилен, там был. Бэр мог. Давай, Бэр, мне на гимн на хп, сразу читай. Ага, я успел. Не, это хуйня, она. Ебашьте, кто живой. Кто живой, давай. Вот возле сферок нельзя стоять. 2 миллиона осталось. У меня маны нет. Гимна ману дай. Давайте. Грилит хулюк, пиздец. В принципе, три хила прохилят, три тела. Давай. Да, хильте, хильте изо всех сил и все нахуй. Воет, давай, прожмись. А. Бам. Давай. Ебать. Не, ну тут, короче, без АД делать ничего. А, два хила осталось, что можно падать. Тихо, чё мне говорю? И выйдите. Да, вот эти сферы что-то больно дома. Эти сферы, они по 2к, но они быстро стреляют. Поэтому надо в них свечиться. Не, ну бля, ну ты если будешь тех свечиться, ты босса не бьешь. Их кливать надо как-то жестко. А они грипаются? Я не знаю. Сколько у них хп этих? У них под 1130-150 почти. Ну вот АОЕ залить и все. Как вы подохли, короче, нахуй? От сфер, сфер. Прохил. Ну, после волны мрака... Надо, короче, на волну мрака незыбку вставлять, нахуй. И чтобы потом выйти, вот, и это... Залить, заливать сферы. Ну, это звездопад, получается, какой-нибудь АОЕшку дать. Ну, мой ладно, звездопада мало, чтобы 130к снять. Ну, всеми порчи дать, там, какую-нибудь хуйню. А сколько у него было хп на первое погружение? И после первого... И на второй фазе надо, короче, погружение пережить одно, если все живые будут, и тогда уже Геру давать, тогда будет нормально. Чем? ИСС это еще кому-то 50, дать надо. С пяти... Нехуй надеяться на какой-то зерк волшебный, блядь. У нас три хила. Надо сначала пережить погружение одно, блядь, и потом уже давать Геру, чтобы было проще захиливать. И надо еще ИСС кому-то дать. Давай СС на кого-то. Я не знаю, на кого тут. Тут кто угодно умереть может. Реально. Тут СС не поможет, он под такими сферами станешь, сдохнешь сразу. Значит, не давай похуй тогда. Ну он кто БР может давай? У меня БР нету. Ну типа ты меня БР, ну и сам сдохну какой-то. Да. Я встал, сдох сразу. Давай Энту. Ну у тебя БР же есть? Да у меня нет. Ну вот если ты сдохнешь.
Мне дальше стоять в этой хуйне, меня не убьет? Блять, ну прожми что-нибудь. Ты глыбу можешь прожать, если видишь на себе симу. Типа тьма дамажит тебя, и эта сверка тебя дамажит чуть-чуть. Иди. Ты получаешь один урон вместо двоих. Только вреди не разлейте. Они опять в мили идут. Нет. Да. Блять, они постоянно война. Ну, там уже 45-44%. Давай с ним башню. Давай Геру уже, там дар Йоксарона пошел. Массакру давай сейчас прям. Айсбаун сейчас тоже нужен. Да после мрака лучше дам. Сфера там. Окей. Вот он мрак. Это дыхание. Я про прогружение. Ебать там урон. Гимн нужен какой-нибудь, я не знаю. Вставайте, где место есть. Хули вы встали как вкопанные, блядь. Сейчас погружение будет, дам незыбку на погружение. Вот это захиливаем. Погружение. Погружение, зашли внутрь. Дал незыбку. Кера, сайзбан пожми. И выходи. Вышли, 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 вышли. Ебать, минус 4. Кильте, давайте, мы успеем. Надо ресать нахуй экона, у кого БР есть. Ну сука, ну щиток надо давать. Я говорите, ресну. Когда ресаете. Ресну. Щиток ему, сейчас после дыхания. Ну щиток. Давайте. Все, прожимки все оставляем, там бабл готовь, Вероник. Просто хуярим, 800 тысяч нахуй, захуярим. У нас эко. Вайда прохильте. Давайте, 800-ка, хурюк. Ну, блять. Где хурюк остался? Почти. Ебать, вся в комнату в этом говне. Ну короче, от этих сфер тьмы надо уходить, это пиздец. Вы от этого после погружения сразу выходите, вы на хил надеетесь, что ли? В этих сферах стоите, умираете. В последний момент заходите и выходите сразу. Много. Давай спам, сам спам за хил. Ебашим, сейчас забьем. Нет, я не успел, мне не хватает хапсы. Блять, я говорю, вот давай нахуй, вот этот прожимку, который ты просил, тоже не давайте нахуй. Нет, оставляйте, три хила, нормально. Оставляйте прожимку, вот эту тоже, Вероника, не давай, как-то захиливайте, как хотите, блять. А вот это вот погружение, на вот это я незыбку дам, и если хуёво будет, прям на усмотрение сдашь этот, уже тогда эту хуйню. И гимн на хп ставьте, и вот это спокойствие. Что потом. И потом со сферы ну, отойдем. И даже с обходом КД я не успеваю. Да там, блядь, ребята, вы заходите очень рано. Зашли, вышли просто, и все. Под свои зеленки, под свою хуйню. Вы там зашли и сидите секунды три, и вас убивают. Насквозь пробежит, тупо можно. Волна. В смысле, там нужно вот волна мрака закончилась, ну, кастуется, ты в конце конца подбегаешь, зашел, закончилась каст и вышел. И все. Ну, просто зашел, вышел, вы стоите, блядь, там ждете внутри, что оттуда атакуете. Короче, я не знаю, нахуй. Сейчас убьем. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Мы обязаны его убить. Ты хочешь этот бомж-волонер? А чё нет? Его зато собирать не надо. Ну все, потом сразу только десигер пойдет. Сейчас он упадет, и я контактую, это мне. Ну не, будет справедливо. Когда он последний раз лутал шмотки, напомню. Он всегда лутается. Давайте нахуй, как-то по анонсу, блядь, говори, кто встает, там, ну у вас микрофоны есть нахуй, ДЦ нихуя не ожидает, что вы встанете, вы встаете и дохнете нахуй, ну это пиздец. Реально, есть... Вот сейчас смотри, вот сейчас два БР КД нахуй, сейчас кто-то сдохнет, все, у нас все покидет. СС на эко накидай. 2 минуты БР. СС на эко на игол. Все, гол.
Let's go. Да, этих репортов не осталось еще. Эти зоны слышно. Ой, хорош, Женя. Прям приятно сделал. Вон, смотрите, сверка стоит. Любой РДД, встаньте туда, Хант стал. Ты угораешь, встань, там ты не чё, может блядь? Бить, чел. А, там Гриллит стоит. Нет, это там... Хурюк мне показал стоит. Хурюк же там стоит. Бьёшь, не бьёшь? Сейчас стоит без ДПС. Давай, все уже. Пять, на за тобой, походу, Фонтич. Разлей где-нибудь далеко. Давайте 50% уже. И башни. Только от хилов не беги, ну ты не беги в Долоран, блядь. Все, квадратиком. Да треугольник, сдай свои, блядь, зубы и все, и лови всех. Я уже в Юрке. Ну тогда все, давай, сверх тьмы, отводи от сверх. Гера пошла, давайте Геру. Проклятие, ближе к звезде там где-нибудь. Тьма развивается. Они за мной идут, блядь. Ой, ебать, они еще ходить умеют. Сука. Сейчас еще одно проклятие, потом во мрак будет. Возле портала стойте на всякий случай. Ебать. Ну вот от этих мобов умираем, их надо зауешить, короче. Да, они очень. Проклятие. Отошли. Погружение в обратно, зашли, айсбаунд, айсбаунд, зашли быстро. Зашли, вышли, вышли. Да ебать, это что такое? Короче, их надо заливать. Ну, типа, не ебите мозг, нахуй. Их надо заливать, блять. Они дамажат рейд, нахуй. Так они, пока мы одних зальем, другие появятся. Да и хуй на них, ну типа, ну и похуй, зато блядь. Зато будет 2, а не 4 в таком случае. Ну либо поставить тех, кто на сферы, а кто-то дамажить босса будет. Да, блядь, наша задача выживать нахуй, а не умирать. А вот от чего люди умерли? Погружение не зашли в портал или что, блядь? Я не успела. Ну видишь, не успели. Ну так мы хуй убьем. Так нахуй. Заранее стойте возле этих штук. Я красный. Ебать, и, ну, блядь, сколько раз мы тут вайпнулись уже, блядь. Зайдите в бублик вот это и все, нахуй. Как я красный себе чинился. А, все уже. Сферы, короче, нахуй, надо заливать. Ну, если есть трэш где-то, блядь, ну, надо заливать, блядь, этот трэш. Есть почему? Короче, это, начнется фаза с сферами. Крюк дашь войско, первое. И просто максимально уе даем, нахуй. Семя порчи, нахуй, ливень, блять. Куда вот сесть? Дай шкаф. Там ты никуда. Немного не туда. Ну-ка, в видосе там они заливают сверху? Я не смотрел видос. Сейчас посмотрю. Значит, ты в пятом, блядь, цех 2, ребят. Чё, в Т5 они? Наверное. А, ну там вторые категории. Третьи. А, это мы, бомжи, пришли. Просто тогда, интересно, да, сфера не заливает? Не, если у 2 хила, это сложно будет. Ну да, тупо зербить надо будет босс. Не прохилят 2 хила, нахуй, мы выпадемся, нахуй. А у них там вообще сферы? Чё за фигня? А нет, вон есть. Бейте сферы, милики этого сверки ебашься. Сферы бить надо, это прям... Вот только после их смерти РДД ничего не появляется? Задоты. Нет. Ну и все, их надо заливать. Рыбу, блядь, не ел. Нет, сферы они не заливают, кстати. Ну у них и... Да забей хуй, кто там что заливает, блядь, сейчас буду. Они просто зергают, потому что... Сравнил, блядь, X2, нахуй я. Сейчас поем, ебать, там еще один. Вы по очереди рыбаете? Ну да. Заебали, блядь. Да. Короче, надо... А кого ты на сферы назначил? Все сферы бьют, нахуй.
Все бьют нахуй. Быстрее убьете, быстрее босса убьем. Давайте вообще я буду сферы бить нахуй. Там хули 100к, блядь. Там лужу по КД. Они дамажат нас нахуй. Мы после погружения все возле этих сфер стоим. Вы думаете, не надо их бить. Ебать, вы, ну, угораете. Визуально реально проще понимается нам. Хуй пойми за кем. Загрелите. В луже только не стой, по одному хлопай. 40%. И хлоп, хлопай следующий, у тебя фул хп. Все, беги обратно. Дамаж быстрее. Да, Йоксарон, у нас сверки появились. И ваши сверки. 162 тысячи. Во, и дамага меньше по рейду, нахуй. И сразу следующие убили. И скоро в бублике, к бубликам ближе. Гера, Гера, Миша, срочно. Сферы бейте, РДД, нахуй. Сразу... Вот убили у себя, И третью туда бить. Сейчас будет, подождите. Айсбаун, давай. Сейчас за погружение будет, заходите быстрее. Бази, бей шоурон просто. Как сдохли? Ну, эй, давай, да, посмотрим. Давай посмотрим. Теневой колодец. Ну ты долго стоял. Так, значит, так, вот. Этот. Нихуя я блинканулся в эту хуйню и вниз сдох. Погружение, я вот не знаю, как эта хуйня работает, блядь. А что еще дамажило? Ну колодец, они у него, значит, из сферы. Стрела, стрела это из сфер, да? Угу. У стрела Кинчил, нахуй. Блин, ну первую половину мы легко переживаем. Вот вторая, это уже вторая, ужас. Да. Ну давайте попробуем зазербить. На два хила. Ты уверен? Не, да. я не уверен, нахуй мы выпанемся на этих колоссах. Пытка, не пытка, слушай, а какая разница, что мы... 4 хила! Эрдру еще, я вообще топ. Давай 5 на 5, нахуй. 4 хила, тогда точно захилим. 4 хила, эрдру, дотки, ДЦ4. Шаман, хэпал, но этого я не знаю, если с 4 хилами сдох, то я не знаю. Ну мы типа до погружения можем его убить, если его зазергаем. Там будет одно погружение, и там добить чисто останется. Да, сколько раз можно так бить? Так, а это что, с пулагера дать или что? Нет, на 50%. У нас проблема в том, что там все эти сверки с одной стороны были, со стороны печеньки. Там их до хрена, со стороны звезды всего две. Заранее надо возле этих стоять. Вы эти... Заранее надо дохнуть меньше. Короче, сферы бейте, которые появляются, черные мобы вот эти. Потому что они по 4000 бьют, блядь. По 160к. Потом не выживаем. Ну и что теперь? Ну, да если их не бить, они нас зальют, нахуй. Они нас просто типа, зальют. Все бейте там, нахуй, и все. Ну так я сразу говорил, все бейте. Ну вы думаете, что, блядь? Ну типа, один будет бить, остальные что, блядь? Боссы зерганут? Не получится нихуя. Сейчас мы зергаем. Зергайте и не будете трэш сейчас бить, хочешь сказать? Попробуем так. Ну давайте, хули. 100% вайп будет. Лаг. Лаг. Один трай, так, зазергать попробуем. Ужас смотреть.
Без дыхания будет очень больно. Сзади сверка кто-нибудь есть? Бать вовремя выйдем тоже. Это да не хуярил. Гера. Быстро, Гера. Босса приплод выпили, Гера. Пойду на фунт, давайте. До погружения его должен успеть. Пофиг, у нас сферы чисто босса хуярим. Прожмите свои эти зеленки, если есть. Ебать, охуеть дома. Пофигу. Быстрее босса зергаем. Айс баланс давай. Масса края, если есть. Давайте. Ну Берри тогда его, чтобы ДПС хоть дал немножко. Верно. Только щиток ему. Сейчас погружение будет, готовьтесь. Поярьте масс. Погружение, зашли быстро. Вышли, давайте. Похитить, ну блять, ну почти убили. Вот смотри, у нас хороший трайм был. Если не знаю, меня потом сверху бегут. Погружение во мрак убило в этой хуйне. У нас есть шанс. Все в одну сферу бегут. Там без разницы. В какую-то сферу, я не знаю, не забегайте к хилам хотя бы. Другим ДДшникам похер, к хилам не забегайте. Вы просто возле сферки станьте заранее. Я стояла возле сферы. Меня вот ни разу не было, чтобы меня в погружении убило в сферке. Я прям в центр не остановлюсь. Так что, два все-таки же можно вставать, да? Да два. Можно, можно. А... Смотри, почти убили, чуть-чуть не повезло. А чуть-чуть. Там буквально полсекунды. А я еще сдох. Из-за того, что там лужа разлилась. Из-за того, что не повезло в танк, эти крипы, блядь, пошли, ебаные. Ты если видишь, что в танк, то аккуратно как-то вышел. Да нет, там вот этот, он еще свою херню дал, и я лужу не увидел, и я сдох. Огурец, блядь. Иду на панельку вынес. Да. 700к осталось. Кстати, Хурюк, сдай этот на фазе, когда сферы начнут призывать войска, чтобы они там где-то в одном месте копились, не дамажили вас. Да, да. На 50% можешь уже сдавать сразу. Дайте бомжи класс. А, все. Ну ту насесть, да? Ну все. Великий. Бля, это на отойди. Короче, сеть, когда будет погружение, ты просто заходишь в сверху и кем сдашь на жизнь. Прохиль. Приподнись, никого. Опять куда-то идет. Гера пошла быстро в босса все. Уярим просто. Он тише живи. Давайте больше босс. Гера. Бомжи. Бомжи сдавали, опять зеленка. Тем, если мы вышли. Блин.
Жизнь. Гимна манус, да? Гимна жизнь быстрее. Айсбаланс нужен будет. Айсбаланс давай. Керл, живи, да блядь. Блядь, да ёбаный, что за хуйня? Из-за чего я сдох? Гимн был? Все, ладно, не спрашивай. Нажимайте личные сейвы. Давай. Давайте больше. Ебать, давай. Прям до конца, прям башни. Опыт до конца. Блять, нахуй. Давайте, давайте, давайте. Блять, блять, давай, фон. Селёдка, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Да нет. Пацана. Да блять, ну почему, на? Пиздец, 1%, ну, нахуй. Почему? Пошли быстрее, да, нахуй, хватит ныть, нахуй, быстрее вставайте, блядь, да. Хули лежите. Блядь, ничего, нахуй, умираю, блядь. Да пиздец, я не знаю. Каплю, каплю, каплю и массакрую, дашь, блядь, бабл на себя, ему каплю, блядь, раз он вздыхает, блядь. Блядь, прожимаю все, что есть, нахуй, все равно умираю. Ну, форма мишки? Ключ одень, блядь, на танк. А, смысл от этой формы мишки, блядь. Ключ одень на танка, блядь. Ну тогда да, у нас дома было. Хуй с ним. А, тут дамаг важен как раз. Ну как раз таки, да, дамаг важен. А. Ну да, сдохший. Припоты вот нужны жестко. ГБ. Кстати, да, надо взять. Ой, чё я спиздил? Нахуй мне эликсир крови Ники. А можно припот? Один припот возьмите, победный трачет. Сейчас глянем, а чего ты сдох, блядь. Поглотитель разума, дыхание, колодец. А колодец это что за хуйня? Колодец это круг, в который мы заходим. Блядь. Дамажит, сука, по 2000, блядь. Как ты сдох-то, нахуй? А, это быстро просто дамажит. Да. Там дохуя кто-то. Колодцы. Там тебе в секунду 2000 прилетает. Там колодцы в центр все вынесли, и все, я сдох. Давайте. Гоу. Смотрите, сейчас на кого-то пыльник кинет. В миле звоню. Он нормально. Перду, да. Это что? Сразу и Мартин кинет. Зеленку прожимайте, мелики, там дубовую кожу. Пиздец, да. Айсбаунда прожимайте. Вышли за кем-то. Гера. Гера. Нет, правда, да. Опа, наверное, да. Уход в тень всех слей сразу в одной точке. Быстрее, мы ДПС теряем за себя. Давайте. Баба массакра быстрее. Ебануться. Что делаешь? Ресни ее, пускай вынес, подамажит. У меня нету. Кера слез. Блять, это уже хуйня трай. Айс баланс давай быстрее. Уже. Бой тут дэймэдж. Давай, мы стоим. Гигигим потом. Я не знаю, что он упал. Просто бейте. Дайте зубы по танку, чтобы не упал. Войско вызывал? Нет, похуй на вас, убейте. Скоро погружение будет, похуй до конца. Давайте, дыхание переживаем, убиваем вас. Погружение. Заходите быстрее. Стаунтите кто-то босс. Прохил, прохил, блядь. Быстрее. Быстрее, прохил нахуй. А хилов-то нету. Давай, Норик, блядь, давай, самаш нахуй. Уход в тень, нажми быстрее. Блядь, это опять 2%, ну ебаный в рот. Не знаю, БК фласки, что ли, нахуй.
Ну вообще-то сюда, блядь, не бичи ходят. Ну как бы, блядь. Как бы твой саппорт идет нахуй, понял, блядь? Пей БК фласку. Блядь, чуть-чуть не хватает. Вот, если бы грилет не упал, нам бы хватило. Я тоже упал. Там пиздец ёбнутый дамаг в мелизоне. Там мобы идут, ты по одному принимаешь, если не можешь через уход тень принять. А ты их сразу принимаешь, да? В мелизоне ёбнутый. А ты видишь, еще не повезло, что в РДД лучше в мелизоны пошли, они все. А, слияние в тени. Ну, короче, я его уход в тени назвал. Тучка называется, хули вы, блядь, какие-то слова, блядь. Да. Дисперсия, да. Ага, блядь, хуерси. Вы там как закончить, не расходитесь. Блядь, после тюрьмы... А когда мы закончим? После тюрьмы неохота никуда идти, блядь. Хочется сдохнуть, сейчас опять кольчуга с критом упадет. Хочется делать. Покушать после тюрьмы. Охота сдохнуть после тюрьмы. Или вы все закончили? Нет, конечно. Этот, блядь, пиздец, ебан. Ты кожу дубовую оставляешь на эту хуйню? Да. Я тоже оставляю сюда. Все равно там в мелизоне ебнутый дамаг. На. Мать поверит. Ты Сирию на кота даешь, кстати? Дает. Все, давай. Давайте. Вовремя Наташа с кучарку на медведь. На, вовремя. Все, Гера. Поставь все в босса, мне. Теперь на ком. А нет. Гриль. Быстрее. Грилит, скинь. Надо больше босса убивать. Мастакрафт бабл нажимай быстрее. Сейчас будет крутиться, сразу айсбаунд нажимай. Вот айсбаунд сейчас на нем. Очень большой урон проведет. Все, давайте. Больше урона сейчас мы убьем. Приму и нервдар. Еще нажал. Керос, нажимай. Быстрее больше урона давай. Еще одна этот и хуйня. Уже убили почти. Возле сфер станьте, сейчас скоро погружение будет после этого. Давайте, до конца. Все, погибаем. Сука. О, ткань нихуя. О, ебать, повышает скорость, рейтинг скорости. Вот вам кожа на крит. Женя, скажи, блядь, еще раз. Ебать, это на лок упал. Проклятие рока снижено. О, ноги я бы забрал, наверное, дру. А Женя, скажи еще раз. Иди, блядь. Там наручи классовые. Я пошел отсюда. Вот это да. Наручи на гриле-то. Наручи гриле-то. На лока, ну, потому что они, смотри, они классовые, получается. Демоническое могущество на 50, урон увеличен, стрелы хаоса на 60% увеличил. Урон нестабильный. Ебать! Это пиздец. А что за чар? Ебать, грилит будет еще на 2 костыря больше теперь дамажа. Грилит на... А на ногах что, повышает рейтинг скорости на 2%? Нифига. Короче, грилит, на тебе улучшалка. Ноги больше. Нурик, тупоню, пароль. Вот, улучшалку. Улучшалку я на то вещи раздал. А какая вторая улучшалка? Я одну Экуну дал, одну гриль. То на, в портал прыгайте. Я а что, у тебя есть улучшалка? На что-то улучшить есть? Чтобы была. Да, сделаем, чтобы было. Дайте ноги спасти. Сейчас хотя бы у Игрилита будет. Зачем они тебе? Первое. Действительно, зачем? 2% хосты, они чуть хуже.